Электрошоком, наверное, такой. Электрошок надо, наверное. Да нет, надо укол сделать, может быть, нормально. А какой? Ну, она же врач. Надо его на носилки в больницу. Бедный. С 9 часов он стоит. Ему уже плохо, плохо ему. Давление у него нормальное? Давление нормальное. А укол почему не сделаю? Какой? А? Какой? Давление нормальное. Нормальное? Да это стопор, говорю же. Стоит-то он давно уже. С 9. Ну я пришла, я же круги здесь делаю каждый день, он стоял. Я еще спросила, мужчина, вам плохо? Он травматик, да, видите? Он молчит. Надо вот водичкой на голову. Сейчас его это. Нет, лучше сюда, наверное. Да, может, прямо вот тут тебе. Помоги. Ничего себе, он как деревянный.